Всем привет, кто подсоединился по радио.
Так, ну что, друзья, добрый вечер. Проверим связь. В YouTube у нас трансляция уже идет. В YouTube у нас прибавляются люди. В комнате у нас тоже люди прибавляются. Было 5, сейчас уже 11. Очень хорошо. Звук есть, да? Поставьте плюсики. Вот я смотрю, в чате здесь написали... Кто с какого года? Сейчас я звук проверю. Да, звук очень хорошо. Валентина Полякова, город Дмитрий, Ольга, Володя, Сулейманов, Яхья, Ирина, Иван, Наталья, Сергей, Валдис. И вот, коллеги, здесь я написал, друзья, напишите, кто с какого года в проекте. Это очень интересно. И интересно не только потому, что... Ну, вообще историю проекта. Интересно, кто с какого года. В чате в YouTube можете тоже написать, друзья, коллеги, кто партнеры. Кто с какого года. Я сейчас напишу год в проекте. Это очень интересно, потому что приходит на сегодняшний день много новых. И это очень радует. Узнают. Вот Сергей пишет 19-й год, Наталья написала 20-й год, Иван написал 2015 год и Владимир 2019 год. YouTube пока у нас молчит, но тем не менее люди присоединяются. Очень рад. Я поздравляю. Вот Валентина Полякова написала город Дмитриев с 2014 года. Молодец, Валентина. 14-й год – это самый боевой год, когда практически ничего не было, да? Мы это помним. И помним это очень хорошо. И это видно вот на этих кадрах. Сейчас у вас включится видео, скорее всего, будет демонстрация экрана. Сейчас мы посмотрим, как это будет происходить. Сейчас я перепроверю, чтобы была включена демонстрация экрана у нас. И чтобы у нас все... Да, демонстрация экрана есть. Значит, и видео тоже есть. Сегодня я решил комментировать видео таким образом и сделать такую презентацию. Знаете, это будет очень наглядно, когда видео будет идти на экране, а я буду комментировать. Нет, к сожалению, звука пока временно. Я разбирался сегодня в течение 2 часов с технической службой, но звука нет. Но ничего страшного. Вот сейчас на экранах вы видите первые наши модели юнибусов. Они были тогда немного смешные, да? Первая наша трасса в озерах. И наш прекрасный дедушка нашего вида транспорта ЗИЛ. Здесь мы испытывали путевую структуру. Друзья, коллеги, те, кто будут смотреть первый раз, это реальные фотографии, это уже история. История развития инновационного транспорта, которого еще нет в мире. И вот мы видим модель, которую Анатолий Леонидович воспроизводил, делал, да, тогда показывал на выставках. Они своеобразные модели, очень много было графики сделано тогда, она сейчас уже изменилась. Стала более профессиональной и стала более, я бы сказал так, подвластна современным программам. Современные программы уже позволяют воочию, вживую, хорошо показать именно красоту и перспективу нашего вида транспорта. Вы видите вот на этом слайде как раз отправная точка. Каждые две секунды, уходит со станции Юнибус. Это грузовой вид транспорта. Это были те первые видеоролики, которые были сделаны специально для демонстрации, для того, чтобы было понимание, как будет выглядеть в ближайшее время вид транспорта новый, с пересечением водной преграды, с расстоянием между промежуточными опорами и, конечно же, с расстоянием между основными
анкерными опорами. Это очень важный момент, как оказался, для технической службы не только нашей, но и другой стороны, и заказчика тоже. Инженерный состав, вы видите сейчас на экране, он видоизменился, он прибавляется и меняется текучесть кадров. Наш полигон, первый бетон, это уже исторические кадры. Мы закладываем первую капсулу. Три капсулы было заложено, письмо потомкам. Присутствовал весь совет правления, Анатолий Леонидович. И это была очень знаменательная дата. Я так думаю, что первую капсулу уже время наступает открывать и читать послание, которое было написано. Это очень важно. Это очень важно, потому что это закладывается информационно, не только заложилось информационно не только в то время, но и вообще в пространство. И пространство видело, насколько благое, насколько классный проект стартовал тогда в Мариной Горке. Вот вы видите сейчас полностью необухоженная территория. Это единственная фотография, как будет. И Анатолий Леонидович показывал тогда и рассказывал. Начинали бурить, геодезию делали, как всегда. Это однозначно и правильно изначально делать геодезию, потом разметку и так далее. Все, что связано, видите, Анатолий Леонидович в костюме, но в сапогах. Показывает, где будут анкерные опоры, где будут промежуточные опоры. Первый бетон вы видели. Плюс, естественно, очень хороший был такой позитивный момент, наше первое конструкторское бюро. Небольшое количество инженеров, но они все практически опытные и достойные. Анатолий Леонидович практически всех выбирал сам. Сейчас вы видите Рот Хук. Это тот человек, который помогал нам впервые на выставке Иннотранс 2016. Мы там первый раз выступали, да? Отправная точка в Мариной Горке. 750 человек было тогда. И каждый тер вот эту точку Беларуси, да, отправная точка. Наши яблони, много имен на яблонях, у каждого наверняка это уже сад. Яблони все подросли, кто сажал одно, кто два, кто три. Мы сажали три дерева, у каждого свое дерево. Они уже стали взрослые, как и наш проект, друзья. И это уже история, если люди когда-то говорят, или те, кто вот сейчас узнают о проекте, говорят, что не состоялся проект тогда, и сейчас это явно видно. Тогда он не состоялся, во-первых, я имею в виду про озера и про 30 лет назад, потому что, во-первых, не были готовы люди, не были готовы к принятию, а во-вторых, транспортный коллапс был не настолько реальный, какой он сейчас. Вот мы видим первый бетон, первые промежуточные анкерные опоры. Не всегда они были качественно изготовлены, не всегда было вовремя все подвезено на строительную площадку, но тем не менее все удалось, и мы построили. Конечно, это был не стратегический объект, и бетон, естественно, выделялся не в первую очередь, но все равно в минус 25. Естественно, бетон не заливался, но тогда, когда мы начинали строительство, это был 2014 год, 2015-2016, были очень сильные морозы. И вот как вы видите на этих кадрах, много воды. Но, тем не менее, это все было преодолено. Это наш опыт, его уже никуда не денешь. И наш опыт не только в строительстве анкерных опор, в строительстве промежуточных опор, но это и наш опыт по взаимодействию и по нахождению партнеров, ключевых партнеров, потому что вся технология, она рассчитана не на один год, и даже не на два, и даже не на 10. В ближайшие 50 лет по всему миру мы будем строить дороги, я знаю это уже точно, и эти дороги востребованы, и
показали свое хорошее начало не в Мариной Горке и в Арабских Эмиратах. Это наш забор интеллектуальный, мы его тоже у себя демонстрируем. Он показал себя очень достойно, выдержав нагрузку. Анкерные опоры, которые мы заливали бетоном, они же оказались и не только опоры, но и станции. Да? Мы знаем, что наши анкерные опоры, она же станция. То есть станция, где происходит посадка и высадка пассажиров. Плюс еще, естественно, занимая 3, 4, а то и 5 этажей, можно устроить на этой станции и отели, и какие-то развлекательные учреждения, и либо учреждения всевозможные, которые сопутствуют быстрому и правильному решению тех или иных задач. Промежуточные опоры, вот вы видите, Г-образные на легкой трассе, были поставлены невысоко, на расстоянии от земли 3 метра. Мы знаем, что мы можем шагать на высоту, мы можем подняться на высоту до 100 метров, если это необходимо. Был такой запрос с Московской области, перешагнуть через кольцевую дорогу. Высота кольцевой дороги, где нужно было перейти, перешагнуть через нее, достигала 50 метров. Но в нашем экотехнопарке мы знаем, что анкерная опора, она высотой 15 метров, да? То есть мы демонстрируем высоту. Это на провесной путевой структуре. Конечно же, мы проверяли наши опоры промежуточные лазером, и это получилось очень эффектно на фотографиях. Опоры анкерные для легкой трассы заказывали у партнеров. Не всегда партнеры, но практически всегда партнеры, те, которые были на первых шагах, практически всегда делали некорректно сварные вещи для нас. Поэтому приходилось переделывать на месте, либо требовать от партнеров качественного подхода к этому делу. Но все равно не удавалось достичь того качества, и было принято решение очень правильное, как всегда это делает Анатолий Леонидович, было принято решение строить наше предприятие самим, потому что это необходимость, это как отче наш. Так как путевую структуру эту именно для нашего вида транспорта еще не делал никто. Это первая инновационная путевая структура, и она действительно красивая, очень ажурная и выдерживает великолепные нагрузки. Юнибус, та первая ласточка, вы видели сейчас на видео, которая поехала 26-го, сделала старт первый свой, я бы так сказал, стартовала 26 ноября 2016 года. И это был фурор. Это было знаменательное и есть знаменательное событие. Это второй день рождения Анатолия Леонидовича Юницкого. Так как эти 40 лет, которые он посвятил этому виду транспорта, они достойные, и это был показатель. Показатель того, что это возможно. И это действительно оказалось возможным. И спасибо большое нашим партнерам. Вот всем тем, кто сейчас присутствует в интернете. У нас в YouTube сейчас 30 человек. Вживую в комнате у нас более 11 уже. И построив наше небольшое предприятие, оно небольшое, у нас 100 с небольшим человек, но оно достойное, потому что те специалисты, которые пришли к нам, они оказались влюблены не только в нашу транспортную систему и в транспорт нового поколения и вообще в инновацию, но и оказались людьми с опытом. Один из них – Юрий Сенкевич, руководитель нашего предприятия. Это тот человек, который сделал вот этот первый двухместный юнибайк, который сделал вот этот вот юнибус 14-местный. Это тот человек, у которого есть опыт в производстве ё-мобиля, электромобиля, олигарха Прохорова. И те навыки, и тот опыт, который у него заложен был
в строительстве завода и автомобиля, он пригодился нам. И посмотрите, насколько красив и насколько потрясающий внутри и технически оказался Unibike двухместный, первый. Та машина первая, которую мы показали на Иннотрансе. Это выставка, которая проходит два раза в год. Да, мы знаем об этом. Транспортная выставка, которая проходит раз в два года, Раз в два года в 2016 году мы показали именно наши машины, действующие образцы, не фанеру, не потемские деревни, действующие модели. Монорельсовые. Вот сейчас мы видим нас на видео бирельсовая машина. Они двухсекционные, трехсекционные, шестисекционные. На первый взгляд машина кажется простая, но машина внутри оказалась очень сложная. И это радует, потому что та простота снаружи и сложность внутри делает наш вид транспорта неуязвимым. Он на втором уровне, мы над землей. И тот павильон в Джакарте, в Дубае, если вы помните, где мы показывали наш вид транспорта. И вот сейчас вы видите Индонезию и многие-многие-многие другие выставки. Они показали то, что именно наш вид транспорта не просто интересен, а очень интересен. И наши именно павильоны были просто насыщены посетителями. Естественно, мы показываем наши скорости. Вот вы видите сейчас на видео, это испытания скоростные. То есть мы на этом маленьком отрезке, почти километр, 950 метров, да, мы показали скорость из 150 километров заявленные, 103 километра. Нам не позволила трасса. Если бы трасса была чуть-чуть подлиннее, мы бы разогнали машину до 150. Но самое интересное, что в инженерном направлении наши машины показали себя очень достойно. То есть машины показали себя на скорости просто великолепно. Еще нужно понять, что эти машины имеют переходные моменты. То есть на каждой промежуточной опоре есть седло. Это очень важный технический момент. И машина на скорости в 100 км в час четко, красиво проходила эти седла. Это говорит о том, что специалисты, именно инженеры, отработали этот момент. Иннотранс 2018. Вы сейчас видите на слайде флагман нашего вида транспорта. Высокоскоростная машина, шестиместная. Она сейчас шестиместная, U4-362. Но в будущем она будет и 12-местная, и 24-местная. Но эту машину мы показали на Иннотрансе выставки в Берлине в 2018 году. Приезжала именно, вот вы сейчас видите на видео, именно телевизионная компания из Японии. Братислава, получение награды. И многое-многое-многое другое, что осталось за кадром именно в нашей работе, именно в работе компании. Арабские Эмираты. Когда Анатолий Радович чертил палочкой на песке, как будет устроен именно инновационный центр в Шардже, вот сейчас вы видите в данный момент, это было очень интересно и приблизительно так же, когда Анатолий Радович в Белоруссии, в Мариной Горке, показывал на полигоне, заросшем травой, именно карту, как будет выглядеть в Белоруссии экотехнопарк. Естественно, мы благодарны и очень большое спасибо нашим партнерам в Арабских Эмиратах. Эти партнерские отношения создались не сегодня, не по щелчку пальца. Они длились очень давно.
И, естественно, Анатолий Эдуардович встречался и разговаривал, и показывал технологию. Но в тот момент технология еще не состоялась. Она была на бумаге. В озерах были испытания. Мы получили цифры. Естественно, эти цифры мы использовали в Марьиной Горке. Но основной скачок и основной, я бы сказал так, основное понимание, что технология пошла и технологию можно внедрять, произошел именно сейчас. Потому что партнеры, потому что то количество людей из 220 стран поверили в эту технологию и сказали, что мы поможем этой технологии, как и я в свое время, в 2014 году. Я получил эту информацию, посмотрел на все картинки, чертежи и понял, что этой технологии нужно дать толчок. Почему-то я увидел в этой технологии будущее для своих детей, для внуков и для себя. И тогда мы с супругой приняли решение, что мы поможем. И, соответственно, кто-то из вас, те, кто сейчас присутствует в интернете или те, кто будут смотреть это видео, тоже в свое время, когда-то, точно так же, как и мы, принимали решение. Тогда это был стартап. 15 этапов развития компании. Бизнес-план. Риски были колоссальнейшие. Естественно, на сегодняшний день мы на 15 этапе, на завершающем. Мы имеем свое производство. Производство достойное. На этом производстве мы можем делать все практические модели, которые заявлены. Естественно, масштабировать в большом количестве именно на нашем производстве мы не сможем. Но для того, чтобы построить сотни, тысячи или десятки тысяч, нам нужно просто открыть новое производство. И это будет сделано, потому что проработки и реальные договора и реальные встречи уже были и есть. И самое интересное, что, друзья, мы именно компания Юницкий String Technology не стоит на месте. Та работа, которая ведется за кулисами, если посмотреть даже на наш экотехнопарк в Марьиной Горке, заявлено было три трассы. На сегодняшний день у нас уже пять. То есть мы на сегодняшний день показываем большую часть того, что было заявлено, не говоря уже о машинном, о наших машинах, то есть о том контингенте машин, которые были заявлены. И на сегодняшний день, если приходит партнер, а партнер приходит уже с конкретными требованиями, с конкретными заявками, мы имеем полный арсенал тех машин, необходимых, которые будут не только востребованы, но и в реальности, вживую, сделанные, на которых наш партнер может спокойно проехать, посидеть, пощупать, потрогать и принять свое решение. И это очень важно. И очень важно, что мы строим именно тот в Шарже путь, который выведет нас именно на этот рынок. В принципе, я бы даже сказал, что он уже нас вывел. И в ближайшее время Анатолий Эдуардович сделает свое заявление и скажет те новости, которые мы так ждем. Но самое главное, что в сегодняшний период такой не очень легкий. Компания идет вперед. И компания уверенно, немножко замедлившись, не по своим причинам, по причинам взаимодействия мирового и по причинам взаимодействия между промежуточного. Но тем не менее компания шагает вперед и вперед. Я даже вам скажу больше, что коллеги, в том числе и я, мы работаем на опережение.
дабы сократить то время, которое уходит на переговоры, на согласование, на всевозможные моменты, связанные с адресными проектами, с первыми проектами. То направление, которое у нас есть на сегодняшний день, я имею в виду Арабские Эмираты, оно очень хорошо и очень твердо помогает нам в принятии решений со стороны партнеров, которые еще на сегодняшний день обдумывают или подсматривают вот так, или следят за нами. Потому что те события и то, что происходит в Арабских Эмиратах, это очень положительно влияет на людей. И даже последнее, вот, новость, которую мы все знаем прекрасно, это новость о получении сертификата, да, в Арабских Эмиратах. Она, в общем-то, эта новость сделала свое благое дело. И это очень важная такая новость. Я бы даже сказал, что она значимая. Поэтому, друзья, сейчас я включу другое видео. Звука нет, к сожалению, приходится только говорить голос. Наверняка вы слышите только мой голос. Но со звуком мы разберемся, да? Со звуком мы не разберемся. И очень хорошая новость. Вот я сейчас вам открою журнал. Он у меня здесь прямо в закладочке. Вот он, да? Вот. Стратегия, транспортная стратегия 21 века. Очень хороший, прекраснейший журнал. Я его пролистал вот за 47-й год. Номер 47, извиняюсь, за 2021 год. Транспортная стратегия 21 века. Вы знаете, такой серьезнейший журнал, который описывает, я так понимаю, что он выходит раз в месяц, но в нем собраны все самые-самые передовые, все самые последние новшества, которые вообще есть в транспорте или в транспортной стратегии, я бы так сказал. Вот вы видите как раз арктические авиалинии, всевозможные ракетные, трассовые и всевозможные военные вещи. То есть очень хороший журнал, я его пролистал. Но что самое интересное и приятное, вот на второй странице, где содержание, здесь было перечень государственная политика, оборонная, авиация и там экологическая безопасность, Псковская область по разделам и железные дороги, да, там тоже есть. То есть все, видите, как четко. И как раз вот мы попали на транспорта, вот так я бы сказал, попали в область оваций. То есть вот попали в область овации, это участие российской авиакомпании, потом попал в овацию, в раздел овации Ростиндромеда и новое поколение автобусов, да, МАЗ. И еще несколько, и несколько, и несколько. Но в том числе вот на верхнем как раз рисуночке вы видите Анатолия Радовича, фотографию Радовича Юницкого. Это председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии». Да? И вот как раз прописано транспортные комплексы Юницкий String Technology. Решают проблемы узловых аэропортов. Ну, они так его... Ну, я бы сказал, они так его как-то заголовок так почему-то написали, но тем не менее статья довольно-таки приличная. Найдите этот журнал, ссылочки, по-моему, в чатах у нас были, вот как раз вот этот, и на странице 21, можно прям набрать в интернете, и он выскакивает, этот журнал, для тех, кому интересно будет, транспортная стратегия, 21 год, номер 47, номер 47 за 21 год. И на 21 странице статья, очень большая статья о
нашей транспортной комплекса. Довольно-таки прилично, подробно и качественно описано все. И это очень меня порадовало. Вы знаете, очень приятно. Кстати, очень решающая была эта статья именно для принятия решения одного из серьезных игроков. Это очень радует. Это очень радует, потому что в интернете очень много всевозможных писак, диванных, я бы вот так их назвал, которые пишут и пишут все, что можно о нашей компании, не зная основных моментов, не понимая вообще о структуре. Эстакада. Вот вы видите на сегодняшний день, вот на, сейчас на видео вы видите высокоскоростную машину, двигающуюся по эстакаде. Эстакада – это легкая, облегченная. А еще именно такого вида эстакада строится в Арабских Эмиратах. Она уже для жесткая такая, более жесткая или усиленная, я бы сказал. Почему легкая и почему усиленная? Эта эстакада рассчитана на определенную нагрузку. То есть эта эстакада рассчитана на высокоскоростную машину и на подвесную машину, но на Юниконт уже 20 и 40 футовые она не рассчитана. На саму машину мы на этой эстакаде испытали, но уже с грузом именно эстакада у нас производится в Арабских Эмиратах. Поэтому эстакада, именно вот, которую мы видим сейчас на слайде, она для прогона высокоскоростной и подвесного и навесного варианта. Машины внутри, почему я именно сегодня взял такой ракурс вещания без слайдов, потому что видео, мне кажется, более достойно и качественно показывают, что есть что. Вот именно по видео можно увидеть работоспособность и плавность и вообще живое состояние нашего вида транспорта. Это очень показательно и это очень значимо. И, конечно же, очень хорошо, коллеги и партнеры, те, кто нас будет смотреть в первый раз, и те вообще, кто не знает о нашем виде транспорта, ничего. Очень хорошо, что мы имеем экотехнопарк в Мариной Горке. Это тот демонстрационный сертификационный центр. Он показательный. И это очень значимый момент. Почему? Потому что в последнем разговоре с чиновниками высокого ранга задавался вопрос, где и как можно проехаться на вашем виде транспорта. Реально в действии был ответ, реально в действии этого транспорта еще нет, но вживую проехаться, пощупать и полностью посмотреть, как работает этот вид транспорта с выходом и заходом на станции и вообще станцию, пересадочные, разворотные линии, стрелочный вариант. Кстати, очень много задавалось технических вопросов на последней встрече по разворотному, по стрелочному варианту и по как это, знаете, по забору, вот так я бы сказал, машины с трассы, если она вдруг по каким-то причинам выходит из строя. Но было инженером нашим был дан ответ, что в принципе, машина выйти из строя как таковая, ну, практически не может. Почему? Потому что если у машины выходит двигатель, то она встает, да, и больше не двигается. В нашем же случае мы имеем энное количество двигателей, поэтому, в принципе, выйти из строя сразу 4 двигателя вывести из строя, ну, это очень трудно. Но, тем не менее, ответ был дан, что следующая двигающаяся за этой машиной юнибайк или юнибус, он передвигает наш сломанный вид транспорта на станцию. Вот сейчас на данном видео вы видите юнивинт. Это легкий вид транспорта.
Он был изготовлен по просьбе именно направления лыжного, да, но и не только. Горный вариант, я бы сказал так, он горный вариант, облегченный горный вариант с очень легкой транспортировкой и монтажом промежуточных и анкерных опор. И я больше чем уверен, и на сегодняшний день мы имеем запросы именно на этот вид трассы, именно в горных вариантах, где через перевал люди идут 4-5 дней. И если идут проливные дожди или плохая погода, соответственно, перевал закрывается. Переход через горный хребет. И именно была просмотрена трасса, и было принято решение, что да, именно этот облегченный вид транспорта подходит там, и в плане монтажа очень доступный. Даже доставить туда наши облегченные промежуточные и анкерные опоры будет очень легко. Я считаю и уверен, что именно Univind достоин именно в горном виде транспорта будет, и он даст фору и канатной дороге, и фуникулеру. И я даже знаю, по каким параметрам. Вот, друзья, поэтому те события, которые у нас происходят, и те события, те новости, которые будут озвучены в ближайшее время Анатолием Эдуардовичем, они достойные, и тот задел, который мы сейчас делаем с коллегами наперед, а мы делаем это специально, потому что знаем, что 15-й этап, закрытие 15-го этапа уже не за горами, и я знаю точно, что наступит время адресных проектов. Но честно вам скажу, что время адресных проектов уже наступило. Почему? Потому что в этом направлении коллеги уже работают. И я в том числе, и коллеги мои тоже работают на опережение, я бы вот так сказал. На опережение, потому что я знаю точно, что предподготовка адресных проектов, это требует от 6 до 12 месяцев. Все вместе взятое. Переговоры, согласование, землеотводы и всевозможные, все моменты полностью. Там, если только лишь муниципалитеты или власть, которая заинтересована, не будет помогать стопроцентно и с головой, тогда все будет быстрее. А так от 6 до 12 месяцев. Плюс мы знаем очень точно на сегодняшний день, что ни один проект, потому что сейчас прорабатывается очень много проектов, ни один проект сейчас не будет выпущен без вообще проработки. И я вам честно скажу, что из 10 проектов, 6 проектов просто убирается в сторону, потому что они просто не рентабельные и неинтересные. Потом по разным причинам. Поэтому, чтобы сказать одним словом, работа ведется на опережение. Работа ведется на опережение, и работа ведется в помощь заострунным технологиям и в помощь Анатолию Эдуардовичу Юницкому, конечно, потому что сам Анатолий Эдуардович и инженерный состав, они просто не в силах проработать ту массу вообще информационную, которая приходит. Потому что у них есть свои задачи, которые они делают каждый день. И я сам был воочию в последней поездке, я сам видел с коллегами, как это происходило. И нам пришлось 40 минут находиться в приемной, когда шло совещание. И когда совещание закончилось, вот за этим большим столом, я вам в прошлый раз показывал видео, там большой-большой стол, круглый, это в новом уже офисе, и там порядка 40 стульев. Вот было более 40 инженеров. Инженеры даже стояли по разным углам. То есть проговаривались всевозможные моменты. Я как раз у секретаря мы были, и мы слышали. То есть прорабатывались практически все моменты, очень интересные, инженерно очень интересные. То есть дорабатывались, Анатолий Эдуардович говорил свое мнение, как лучше сделать, и
как лучше произвести то или иное действие. То есть я к чему это? К тому, что у заострённых технологий момент принятия именно адресного проекта наступит, когда полностью мы прорабатываем от А до Я все моменты, и, естественно, очень большое и значимое условие – это оплата при feasibility study, то есть предпроектные проработки заказчик должен проплатить. Иначе конструкторская… Ну, просто инженеров нет смысла отвлекать. Инженеров нет смысла отвлекать от их рабочей деятельности. Я к тому, что работа ведется, и она невидимая. Ее не видно на сегодняшний день, но она ведется. Она ведется и очень серьезная. И работа ведется даже в наших больших двух крупных столицах. Она не ведется, она идет не так быстро, потому что там очень много всевозможных подводных камней. Но хочу вам сказать, что позитив из 10, я бы сказал так, 9, вот так, девяточка с плюсом. Очень позитивно. Поэтому работаем на опережение. Работаем на опережение, стараемся. И всегда большое спасибо, конечно, огромное. Вот даже если посмотреть наш чат на сегодняшний день, то у нас вот, я всегда прошу партнеров написать, кто с какого года, да? Вот Наталья с 20-го года писала, Иван с 15-го, и вот Владимир с 19-го, Полякова, Валентина с 14-го. Я всегда говорю большое спасибо партнерам, кто с 14-го года, потому что тогда вообще ничего не было, и было очень трудно, да, вообще понять, что происходит, и, ну, как можно поверить то, что на бумаге. Это только сердцем почувствовать. Но когда вот Наталья пишет 20-й год и Владимир 19-й год, а есть еще 21-й год. На прошлом вебинаре были коллеги, партнеры, они уже теперь, вы теперь уже партнеры и коллеги, с 19-го года, из 20-го, из 21-го. Здесь вам, конечно, уже полегче, потому что технология уже состоялась, и технология начинала свой путь развития. Вот так я бы сказал. Да? Вот. Поэтому всем нам огромное большое спасибо за то, что мы поддерживаем эту технологию. И на сегодняшний день технология дает о себе знать. Вы видите, даже вот, судя по журналу, да, «Транспортная стратегия 21 века». Очень хорошо описали именно технологию, не скрыв и не прибавив, я бы вот так сказал. Потому что очень много в интернете всяких статей всевозможных, и люди пишут, конечно, не разобравшись и не понимая. Ну, видно из текста ключевые моменты, не понимая вообще о технологии и что она из себя представляет. Вот. Поэтому то, что технология на втором уровне – это большой плюс, огромный плюс. И то, что мы шагаем от пункта А до пункта Б с нашей провисающей структурой, можем перешагнуть водную преграду – это очень большой плюс над землей. При этом вот обе столицы нашей родины, нашей России, Москва и Петербург, они вдоль реки, да? Вдоль реки, река Москва и Нева. И обязательно первый вопрос был шагнуть через водную преграду. Это мы можем. Это мы можем в зависимости от высоты. Плюс еще, конечно, кольцевая дорога. Кольцевая дорога присутствует и в Петербурге, кольцевая дорога присутствует и в Москве. Но тут все зависит от высоты значит, поднятие кольцевой дороги и от высоты прохождения того или иного коммуникационного, ну, всяких коммуникационных связей, там, линии электропередач, или вот как в примере с Петербургом, аэропорт Пулково рядом. Это очень тоже важный момент. Это тоже, кстати, согласовывается так, на минуточку. И не все просто так. Не все просто так. Вот. Поэтому, друзья, я очень рад, что мы на Экспо выступаем. И я очень рад, что у нас такие хорошие новости из Арабских Эмиратов. Наверняка все видели, да, где Анатолий Радович держит в руках сертификат. Он очень значимый для
этой южной страны, но он в то же время и показателен для нас. Почему? Потому что технологию признают, технология сертифицируется, и технология имеет место быть вот там, где она на сегодняшний день есть. И в Белоруссии, мы знаем, у нас сертификация есть, а далее по ходу те машины и то, что мы производим, мы сертифицируем по мере назначения. Поэтому, тем более, что нужно понимать, что сертифицируется не сама машина, а те детали, из которых мы сделали, в принципе, они уже сертифицированы. Все провода, всевозможные пластики и всевозможные колеса, металл. Это все сертифицировано. Просто это все нужно собирать в кучу, это все нужно предоставлять. И тогда, естественно, на месте уже специалист приходит и наблюдает машину, как бы, и после этого происходит сертификация. Но, в принципе, машина сделана из сертифицированных деталей, я бы вот так сказал. Вот. Вот как-то так, друзья, я сегодня провел наш вебинар без слайдов на видео. К сожалению, звука нет. Если был бы звук, было бы приятнее, но, тем не менее, мне показалось, что видео, показывающее именно наш вид транспорта и все в движении, будет как-то более наглядней и более приятно. Вот как раз вы видите момент, когда я объяснял, почему именно, это был вопрос от бельгийского партнера, почему именно наши промежуточные опоры на расстоянии вот 3 метров от земли. Именно в этом варианте полужесткая наша путевая структура, только для того, чтобы персонал мог технически обслуживать легко, не нужно подниматься на, вот как в данном варианте, провисающие структуры на высоте 15 метров. Да? Но, тем не менее, все равно пришлось подниматься, потому что дорабатывали седло. Седло – это вот на анкерной опоре как раз место прохода. Да? Вот вы видите седло, вот сейчас вот видно. Вот как раз сейчас проезжает вдоль промежуточной анкерной опоры, и седло проходит четко прям. Вот именно это седло в том и в том варианте оно доработалось. Теперь оно у нас 110% наше, вот так я бы сказал. То есть 110% на скорости 150 км в час. Именно в этом варианте все будет четко и красиво. И это очень радует, друзья. Вот. Вот как-то так, друзья, на сегодня вот такой вот необычный вебинар, без слайдов, но с видео. И будем до следующего раза, да? До следующего раза и будем ждать хороших новостей из Экспо и вообще новостей от нашего прекраснейшего вида транспорта. То, что будет оповещено официально в ближайшее время, это будет очень серьезные и такие ключевые новости. Ну, а мы, естественно, те, кто уже старички, те, кто с 2014 года, мы ждем и, естественно, мы знаем точно, что этому транспорту быть, и показывает то, что транспорту быть точно, все взаимодействия и все реакции от высокопоставленных лиц и от лиц, от которых зависит решение. Я имею в виду не только в транспортном, но и вообще. И хочу сказать, что те партнеры, которые вот 2-3 года назад вот подсоединялись и задавали вопросы по поводу транспорта, там линии здесь, адресного проекта здесь или в этой области, в разных странах, я не буду называть сейчас страны специально, для того, чтобы не вводить в заблуждение, хотя, в принципе, они все реальные. Но, тем не менее, эти страны сами уже на сегодняшний день, видимо, отслеживают четкую и корректную информацию о нас и сами начинают контактировать, писать и восстанавливать то, что было запрошено 1,5-2 года назад.
видоизменя и чуть-чуть проработав уже со своей стороны трассу. И это очень хорошо, потому что в некоторых моментах трассы были с линией передач. На сегодняшний день линии передач уже были демонтированы, и сам кабель уже немецкой компании был закапан под землю. И эта трасса, именно где шла линия электропередач, осталась свободной на расстоянии, именно четко подходящей под наш вид транспорта. Я к чему? К тому, что время делает позитивные моменты и для нас тоже. И для нас тоже. Все, друзья, коллеги, на сегодня у меня все. Спасибо вам большое. У нас в интернете, в YouTube более 45 человек. Всем большое спасибо. Ну, до следующего раза. До следующего раза. Всем благ и хорошего настроения вообще в этот прекраснейший период. Те, кто понимает, о чем я говорю, такой серьезнейший период. Сентябрь будет самый-самый ключевой, друзья. Держитесь в свете, в красоте, процветании и в изобилии. Всех вам благ и до следующего раза. Пока.